Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 18 по 25 мая. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику скорость 20 раз. Но чтобы выполнить эту технику, вам необходимо какое-то время удерживать автомобиль на максимальной скорости. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для этого вам потребуется найти любого гонщика в мире и завершить с ним гонку. Сделать это нужно 3 раза. За следующее испытание можно получить 35 тысяч опыта. Для его выполнения вам потребуется автомобиль из категории «Культовая классика». Ничего особого делать не нужно, достаточно просто завершить любую гонку. Для последнего испытания вам понадобится автомобиль категории «Классическое гоночное авто». От вас потребуется создать чемпионат и просто завершить его. Ну а приз за последнее испытание – это автомобиль Lola Penske Sunoco. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Forza Phone, который стартует 25 мая. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.